280 участников из Тюмени, Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Омска и других городов России. Тобольск собрал открытый турнир по фигурному катанию. Мы приехали из города Сургута, мы приехали всей семьей на соревнования. Ну, в принципе, довольно. Мы в этом разряде катали только второй раз, и она умничка, она постаралась, и мне кажется, у нее получилось. Сезон получился сложным. Из-за пандемийных ограничений стартов и даже тренировок было мало. Я приехала сюда, чтобы прокатать, защитить второй спортивный разряд, первый раз раскатать короткую программу, ну и чтобы порадовать себя. Сезон фигурного катания закрыт. Спортсмены уходят на каникулы, чтобы осенью вернуться на лед.